Ребята сказали, надо сказать что-то перед следующей песней. Это такая немного странная песня. Дело в том, что в этом году на новогодних праздниках мы работали с Дедом Морозом, с таким клевым дядькой, с бородой. И он говорит: ребята, а можно я с вами что-нибудь исполню? Он говорит: ну конечно, ну там, ну чтобы попроще, давай побыстрее, вот ты посмотри наш репертуар, из того, что мы играем, там быстро переделаешь. Он переделал эту песню. И мы играли на детских утренниках. Но потом Дед Мороз пропал. Ну, он как бы потом дальше просто ушел, да. Но песня осталась, и просто мы переделали такого автора, что чтобы он и так самодостаточен. Ну уж мы подумали, ну давай уж переделаем, так переделаем, там, ну, чтобы совсем песня испортилась. С Новым годом вас, с новым счастьем. Oh.